Добрый день! Вы смотрите «Австрийский алтаец» на YouTube. Меня зовут Кудермеков Айдар Владимирович. Я второй год проживаю в Австрии. Давайте я вам дам панораму. Смотрите, как здесь красиво. Вот. И сейчас я хотел бы вам рассказать о вопиющем случае. 23 июня 2020 года в республиканскую больницу был госпитализирован 88-летний мужчина русской национальности, который ранее проживал в городе Барнауле Алтайского края. Так вот, он умер 27 июня 2020 года. И проблема, смотрите, какие здесь огромные мушки кусаются. Он умер. Это печальное известие, но необходимо отметить, что дата госпитализации 23 июня 2020 года. И в течение 3 дней врачи хваленые не смогли обнаружить коронавирус. И все эти хваленые тест-системы, которые высокочувствительны, они не смогли обнаружить коронавирус. И речь идет о том, только когда мужчина этот умер 27 июня 2020 года, только тогда врачи смогли обнаружить этот коронавирус. О чем это говорит? Что хваленые тест-системы предприятия «Вектор» в городе Новосибирске, которое базируется, оно ничего не смогло обнаружить. Так что берегите себя, свое здоровье, и уважаемые алтайцы, казахи, русские и все другие национальности, прошу проголосовать 1 июня 2020 года. Нет поправкам Путлеровской конституции. Тяхши дюргарь.